Пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что за всю историю постсоветской России число заключенных россиян достигло своего исторического минимума. В сообщении говорится, что на сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе содержится 467 тысяч человек. В новейшей истории России это самое маленькое количество осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях. Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко отмечает, что в целом произошла гуманизация российского уголовного законодательства. Сейчас отбывают наказание в основном люди по тяжким статьям. Это преступление против личности. По более легким преступлениям, особенно если человек совершил его в первый раз, суды стали выносить значительно чаще наказания, не связанные с лишением свободы. В начале 2013 года в колониях, тюрьмах и лечебных исправительных учреждениях содержалось 588 тысяч осужденных, в 2017 году 523 тысячи, а в начале этого года уже менее полумиллиона заключенных.